Слышно меня, нормально слышно меня, нормально слышно Дениса, нормально слышно Андрея, нормально слышно Дэна на барабанах и Лёху на басу. Спасибо, граждане, зрители и слушатели на далеких концах нашей Родины, а также в студии Москва, Аутгард, вот, что пришли нас послушать и еще не отключились. Сообщаем, что в эфире живое ТВ и радио, а в гостях Виктор Ефимов с группой «Фронт» и его друзья-приятели. Они отмечают очередное, как это сказать, долголетие такой печальной годовщины, как гибель Виктора Цоя. Но это не должно нас огорчать сильно, потому что все идет вперед, все движется, что и покажут эти кудрявые парни. Передаю микрофон Виктору Ефимову. И не забывайте, что на сайте есть чат, пишите туда, там уже, кстати, приветы из Киева передавали. Спасибо. Дорогие друзья, всех рада приветствовать. И для начала хотелось бы сказать, что сегодняшний концерт мы не посвящаем дню памяти Виктора Робертовича, поскольку время как-то уже ушло вперед, мы решили идти в ногу со временем и посвятить сегодняшнее выступление альбому, который скоро у нас должен выйти. Небольшая история группы. Группа была образована в Челябинске в 1995 году. Из того состава на этой сцене, наверное, только я. Вот. Ну и, собственно говоря, в этом году, в ноябре месяце, мы отмечаем 12 лет существования. Отсчет ведем с той точки, 25 ноября 1995 года. 12 лет — это переходный возраст. Вот. Переходный возраст, он сопровождается вторичными половыми признаками. Они появляются у подростков. И первая песня, собственно говоря, о растительности на лице, которые включаются в этот список. «Борода». Моя цветная борода тебя смешила и колола. Куда-то мчались поезда, ставила городом заботы. Оставив нищим мелочь и теплоту сектору в подвалах. Больницы грязные рубли, всех больных и палатах. Ай, осколок, задержи мое сердце в огороде. На центрифуге его все сильнее крути. Я заплачу, деньги возьмешь, что на доке. Там же возьмешь и сожжешь все мои дневники. Где мой саван? Вот и сентябрь. До конца жизни осталось недолго. И на заборе пестрят некрологи. В земле летят листья, в небо иголки. Где мой саван? Вот и сентябрь. Его томограф лишит меня кислорода. Дай телеграммы в разные страны. Пока я крошу рок-н-роллом, на устах с рок-н-роллом, на устах с рок-н-роллом. Моя цветная борода. Моя цветная борода тебя смешила и ласкала.
Я как безумный тамада тебя провел над океаном. Я задавал тебе маршрут, шаманил мозг аборигеном, геном, геном. Тебе оставил парашют и за тобою вышел следом, летом, летом, летом. Эй, Найтингейл, вряд ли я смею, но мне пусть с фарисеем, но прикоснуться к тебе необходимо в моей душе. Непогода, не возражай, видишь ли так огонь. Где мой саван? Вот и сентябрь, очередь. Кто здесь первый на выход? Да я бы улетел, как Юрка Гагарин. Но где он сейчас? Ни слуху, ни духу. Где мой саван? Где домовище? Где тот буян, что станет мне домом? О, мое небо, благослови меня, я Христе, на устах с рок-н-роллом, на устах с рок-н-роллом, на устах с рок-н-роллом, на устах с рок-н-роллом. Моя цветная борода. Браво! Спасибо. Виктор, группа «Фронт». Живой эфир, прямое телерадиовещание. Смотрите, слушайте. И, Виктор, что-нибудь рассказывай между песнями. Например, как вы дошли до такой борода, жизни. Да, борода – это что-то такое уже возрастное, великовозрастное. А когда человек вступает вот в эту фазу, мужественную фазу взросления, он начинает думать не только о каких-то развлечениях, но и о душе. И вот следующая песенка, наверное, как раз о такой вот фазе. Называется она «Душа». А что еще рассказать? Больше рассказать, в общем-то, и нечего. Тоскливо, грустно, без причин, задолбанный по жизни блином. Я клином вышибаю клин, мир на тебя сошелся клином. Собаки лают вслед мне на этом белом свете. Такая странная душа. Вверху водили этажи, мечтая о далеком крае. Ставил как цели рубежи и видел, как жизнь мой играет. Стремясь кого-то удивить, порвать небедя мое нити и взвыть. Какая странная душа, не понимаю, что ей надо. Плыву по лезвию ножа, налитой гроздью винограда. Конец известной пьесы на паре гадок пресне поет
и мечется душа. Старанием уже скрываясь от чужого взгляда. Но словно не на месте, и это мой груз 200, такая страшная душа! Лают вслед мне на этом белом свете. Такая странная душа. Браво! Напоминаем, что можно хлопать, аплодировать, подпевать и кричать кричалки. Группа «Фронт» в своем новом составе или в старом, расскажи, Витя. Группа «Фронт» в своем новом составе, рассказывает Витя. О составе, наверное, чуть позже. Да. Сегодня концерт у нас днем. Так необычно, все спрашивали, почему в 2 часа. Ну вот, так получилось. Наверное, для того, чтобы люди могли посмотреть не только в нашей стране, но и за рубежом. Например, в Соединенных Штатах Америки. Да, сейчас кстати, там, по-моему, 6 утра, да? Из Киева уже пришел привет от некого гнома. Привет. Гнома это. Ну там вообще в Киеве очень много гномов, эльфов и прочей чисти. Ну тогда специально для Киева, если никто не возражает. В моем мониторе кто-то долбит в закрытую дверь. Странное чувство, предчувствие ненужной встречи. 6-0 в твою пользу, вынимаю из сетки мячи. Мама и убитый немцами вечер. Мама и убитый немцами вечер. Стою, улыбаюсь, когда он в вагоне метро. Страницы из книги, вырвав сердце и печень. Мысли взрывают тело, ты слышишь, не тронь. Маму и убитый немцами вечер. Маму и убитый немцами вечер. В стеклах следы весны, как на экране кино. По телеку минус, грею ладонями плеч.
ты спишь, твои мысли, как в детстве, уже далеко. Ты видишь маму, я убитый немцами вечер. Ты видишь маму, я убитый немцами вечер. Ты видишь маму, а я. 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 На-на-на-на-на-на-на-на. Да-да, спасибо. Группа «Фронт». Также привет в чате прозвучал из Воронежа. Говорят, что это родина фронта, да? Да, это одна из многих родин фронта. А вообще какое происхождение имеет группа, скажем? Группа имеет ледниковое или... Челябинско-ледниковое происхождение. Вот в тот момент, когда умерли мамонты, по-моему, тогда и образовалась самая первая группа «Фронт». Потом было это много была разных... еще другая совсем группа «Фронт». Да, да, потом там было много разных групп «Фронт», групп «Фронт» в Петербурге, в Бельгии. «Фронт 242» уже 242-й был. Вот. Потом пош... это... А потом пошло все сначала, да, такой постмодернизм. Вот мы начало как раз постмодернизма и застали в 95-м году. Да, вот тут напоминают, что родина — Урал. Да, родина Урал, но... Но Воронеж тоже. Воронеже живут участники коллектива. А почему ты их оставил там, а сам здесь? Ну, надо же было кому-то слушать живое радио в Воронеже. Яночка, большой тебе привет. Саша, здесь все в порядке. Не напился, трезвый. Ну все, мы продолжаем. Ха! Ну, про любовь песня, да? Диверсант. Ты будешь сидя играть? Где-то где-то рядом прохожу последним гадом. Ты стоишь ко мне задом. Я прошу, обернись куда там, ты в обиде за все. Под последнюю волю поэта твое лицо равнодушно смотришь на это. Где-то где-то рядом, но я пел серенады под твоим нервным взглядом, даром всю ночь до рассвета от заката. Забиваю на все, больше ждать не хочу и не буду. Пальцем дерну кольцо, привязав тебя к парашюту. Будь моим секундантом, я буду твоим вариантом, запасным вариантом. Будь моим секундантом, я буду твоим музыкантом, комедиантом, камикадзе и диверсантом. Где-то где-то рядом скрипят стрелки циферблата. Рассуждаю о саде между адским раем и райским адом. Твоя хата с краю всегда. Не кричи, не молчи, я знаю. И мне, я тебе не судья, не суди меня. Будь моим секундантом, я буду твоим вариантом, запасным вариантом. Будь моим секундантом, я буду твоим музыкантом, комедиантом, камикадзе и диверсантом. Па-па-па-па-па. Ba 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 ba
лопах. Спасибо. Да, к сожалению, у нас не сыграл гитарист. Ему очень нравилась эта песня. Он ее переделывал 25 раз за сезон. У него теперь нет струны. Он в панике. Сейчас ему дадут другую гитару, и мы продолжим. Последний билет на вечерний рейс и в путь. Откровение ночи, страховка для трезвой души. Когда кончается сказка, очень сложно уснуть. Подбираю слова в твоих полуспящих глазах. Вот и закончилось время еще одной феи. Карлик с гармошкой, душой на многочисленных швах, со злыми глазами и очень доброй идеей. Верит ни много, ни мало, а выпили целую жизнь. И кто-то должен теперь нас выгнать из рая. Вечность на миг превратилась в часы, а бесконечность вдруг стало от края до края. Последний билет на вечерний рейс и в путь. Растворились под снегом пажи моей госпожи. Разошлись по домам и все те, кто шел с нами. Это такая маленькая импровизация. Мы не готовились к ней. Спасибо. Нас уже двое. Кого мы потеряем в следующем? Может быть, сделаем ставки? Да ладно. У нас здесь нет, у нас все порядочные. Песню шлюх. Маус это барабанщик группы в первом челябинском составе. Большущий ему привет. Он нас смотрит, наверное, единственный из города славного Златоуста. Нет, это не сутенер. Тут уже поступают заказы из чата, да, я так понял? Отлучился? И сейчас будут выполняться заявки? Или что? Хорошо, тогда, может быть, продолжим запланированную программу? Ну, у нас еще не готов человек. А, да, один человек потерял ключ от своего инструмента. Два. Уже два. А второй нажимает на кнопку, чтобы вышла женщина. Сейчас мало станет. Потому что мы находимся на студии Outgard, тут дополнительно проходит масса мероприятий. Концерты. Если кому надо репетировать, то милости просим. Или записаться. А пока в эфире Живое ТВ, Живое Радио. Виктор, хотел сказать Цой, но это Виктор Ефимов пока что. Это группа Фронт. И его группа Фронт. Не его, просто группа Фронт. А, группа Фронт и нет Виктора Ефимова. Да. Все с слитным коллективом, особенно те, у которых сломался шестигранник. А напоминаем, что раньше такие концерты были ежегодными.
И сейчас они продолжают быть ежегодными, даже иногда пытались быть два раза в год. Такие акустический был вариант. Вот люди смеются, а на самом деле имеют под собой почву. Так вот, раньше это мероприятие приурочивалось к дню печальной гибели Виктора Цоя. Да сегодня не в голосе. Но поскольку это печальное событие не только приносит печаль, но также, наоборот, говорит всем, что нужно еще теснее сплотиться и дальше делать рок-н-ролл, то Витя в таком настроении неплохом, вернее, его группа «Фронт». Расскажи, Витя, правда ли, что тебя назвали в честь Виктора Цоя? Нет, это абсолютная неправда. Хорошо. Я родился намного раньше, чем он погиб. Ну, он же мог еще жить, когда тебя называли. Да, он жил, когда меня называли. Но он, наверное, в школу ходил. К сожалению, родители не знали, в какую он школу ходит, и не могли назвать. Ну, так совпало, или ты нет, теперь меня рад? Назвали в честь дяди, и дядя погиб. В 75-м я родился в 76-м. Хорошо. Ну, то есть, мы с тобой. Так, гитарист вернулся с новой гитарой и с новым шестигранником. Обратите внимание на человека в желтой майке, если оператор сможет его показать. Это группа «Сон Лемура». Алексей Кульбацкий, он хозяин этого доброго заведения. Да, благодаря ему мы здесь все, а не благодаря группе «Фронт». Бармен по совместительству. Самый вышибала. Директор, администратор, вышибала. И прекрасный музыкант. Я не знаю, сегодня, наверное, мы не покажем его творчество, да? По такому поводу соберемся отдельно. Он охрип и не может вести передачу. Петь. Ну, может, какую-нибудь акустическую пока спеть, пока идет настройка. Все, готово. Тут армия поклонниц подключилась к чату и передает привет. Привет, Денис, почему-то. Армия поклонниц пополняется. Анонимка. Светик под номером 2564. А, неплохо. Когда успел? 2563. Светик. Ну что, шлюха? Не. Плохих песен не будет, то есть с плохими названиями. Сейчас мы сыграли песню «Диверсант», она войдет в новый альбом. А еще одна песня, которая называется «За и против», надеюсь, тоже составит компанию «Диверсанту» в альбоме. Зажигаю звезду, заметаешь следы. Закрываю глаза, застываешь в слезе. Заплетаясь судьбой защищенных людей. Заискришься на час, запылаю навек. Взвешивая все за, найти одно против. Взвешивая все за, найти одно. Взвешивая все за коварной мечтой застарелый рассвет. За последней весной мой последний распев. Твое последнее «за», зараза для одиночек. Запрещенное «за» больше похоже на прочерк. Взвешивая все «за», найти одно против. Взвешивая все «за», найти одно «но».
живая вся, да, найти одно против. Свешивая вся, да. Но против, вешивая вся за, найти одно против, вешивая вся за, найти одно против, вешивая вся за, найти окно. Затуманить твой мозг, залить хвостки вином закаленной травой, заговор на двоих нет, все за одного, запечатать любовь в треугольный конверт. Заметаешь следы. Зажигаю звезду, заметаешь следы. Зажигаю звезду. Браво, группа «Фронт» продолжает путешествие по интернет-просторам разных галактик. А вот видим, что гитарист Денис, по-моему, зовут его. Вот он обзавелся новой гитарой между предыдущими песнями и уже вполне освоился с нею. Сейчас выдал такое мощное соло. Сейф! И вот, Виктор, объясни, вот такой жесткий звук сейчас сыгранный... приятный, можно сказать, такому. Определись, жесткий или приятный? Приятный натруженному уху монтера. Которая ничего не слышит. Да. Вот вы специально выбрали такой звук. Вот так много гитар, я смотрю, у вас. И каждая играет с примочкой, которая жужжит. Нет, я без примочки. Ну да, но зато она у тебя такая красная и красивая. У барабанщика тоже есть примочка, но она не жужжит. Поближе к микрофону, чтобы слышали слушатели. Да и фигню всякую говорю, так вот, не обязательно. Этот вот звук специально выбран или так это сложилось исторически, да, со времен Урала? Да, у нас исторически все хорошие люди к нам приходят и играть начинают. Потом что-то разонравилось, они уходят, опять новые приходят. Ну и вот так вот и живем. Ну вот что, так много гитар и все да, жужжат? Да, смотрим, гитарист играет вроде нормально. Будешь играть? Буду. Пришел, поиграл. Понравилось, а еще, дальше играет. Несмотря на то, что еще и второй играет. Да, второй играет. Второй говорит, а что мы его взяли? Ну пускай поиграет. Играть же надо, практики нет. Ага. Ага. А о составе, о изменениях в составе ты еще потом расскажешь? А да? Вот сейчас песни я расскажу. Вообще Денис вот говорит, что есть группы там по 23 человека, так что нам есть куда стремиться, расти можно. 23 человека, из них, например, 20 гитаристов. Хорошо. Ну вообще, какая цель ближайшей у группы? Нарастить состав или, может быть, нарастить состав? Нарастить мышечную массу. Да нет, ну цель просто петь песни, которые нам нравятся.
и не нравится. Но это общая цель, это общая понятно. Цель, а да. Вот ближайшие ближайшая планы. Цель выступить в клубе в октябре, надеюсь, все-таки мы договоримся. Хотели сегодня сказать, но пока точно не можем сказать, в каком клубе и когда. Угу. Вот. А где можно почерпнуть информацию? Информацию можно почерпнуть на нашем сайте, либо в новостях, либо в гостевой. Там технические проблемы с новостями, но мы стараемся выкладывать все новости в режиме реального времени. Хорошо, и будьте на связи. Будем. А, маленькое стихотворение. Можно выключить? Жили три друга товарища в маленьком городе Н. Были три друга товарища, взяты фашистами в плен. Стали допрашивать первого, долго пытали его. Умер товарищ замученный и не сказал ничего. Стали второго допрашивать, пыток не вынес второй. Умер, ни словно не вымолвив, как настоящий герой. А третий товарищ не вытерпел. Третий язык развязал. Не о чем нам разговаривать, он перед смертью сказал. Их закопали за городом, возле разрушенных стен. Вот как погибли товарищи в маленьком городе Н. Это стихотворение? Нет, это Сергей Михалков. Да. Пытаемся подмазаться к сильным мира сего. Сейчас... Что? У нас ДВИЧ. Сейчас еще маленькое стихотворение, и мы уже перейдем к музыке, собственно. Люблю вот так вот почитать, ненавязчиво. Ой, с берега, ой, с белого, стреляет пулемет. Влетают в воду пули оголтелые. Чапай один плывет. Мальчишки слезы катятся. Чапай идет ко дну. Неправильно! Неправильно! Кончается кино! Дождь, а то ли ветер, а нашептали с молоду. То ли сказка, то ли быль, что засело в голову. Как Амгит взглянул на небо, на пожелтевшую луну. Как Амгит послал всех нас, как Амгит пошел ко дну. И ну, и ну, ну, и ну. Сотни лет по свету, осенью, зимой, да летом. Анекдоты трандычат про Василия Иваныча. Командир глядит на это, свою подзорную трубу. Командир послал всех нас, командир пошел ко дну. И ну, и ну, но и ну. Следующим образом! А последние лет 10 кто-то ложь во стопе месяц враги, говорят враги, врачи боевые. Командир глядит на это свою подзорную трубу. Против лома нет приема. Командир пошел ко дну. Oh,
гитара, Андрей Перевозов пилит на ней просто как на электропиле. А теперь послушаем вторую гитару. Регги Джангла гитара. Мама Бэби. Гитара, без которой ничего бы не было, окружает наши уши по самое небо. Луйся, Алексей Кульбацкий. Меня зовут Виктор Ефимов, меня представлять не надо. А вот человека за ударной установкой я с удовольствием представлю. Самый молодой член коллектива, акцентов в моей фразе ставить не надо, Денис Пономариков. Историческая ценность песни сей равна нулю. Так вот бросить захотелось беглый взгляд на старину. Браво, Виктор. Ну, мы видим, что группа звучит... Виктор, да, группа. И... Вернее, Виктор, как небольшой член группы «Фронт». Акцентов не ставим. Да, и вот мы видим, что группа звучит так слаженно, мощно, как будто в хорошей творческой форме, новые песни есть. А расскажи, Виктор, ты все-таки как такой говорящий член коллектива с микрофоном. Небольшой. Как вот... В каких муках это рождалось? Что этому предшествовало? Может быть, был какой-то период творческого кризиса или наоборот? Полтора года я был назад на родах, вот там были муки, здесь мук не было. Мук не было. А во время вот этих родов, насколько мы поняли, у тебя рождался ребенок, да? Поздравляем тебя, кстати, с рождением человека, которого ты как назвал? Ну, мы вместе называли с супругой, мы его назвали Илья. Ага, хорошо. Да, и вот, в общем-то... Хорошо, песня... поздравляем тебя. И в этот момент рождались песни? Нет, не было? Или после момент... этого? Не, после какое-то этого... вдохновение не преследовало? Усталость преследовала. Но мы знаем, у тебя есть песня про... Да, ребенка. «Муравьишка». Сегодня ее не будет? Нет, сегодня ее не будет. Контри! Если вдруг едешь на гостеприимный Кавказ, на тебя сквозь прицел смотрит снайперский глаз. Если плюнул на все и на всех ломанулся в Москву, первой тонной тротила тебе оторвет голову. Так отдай тем курилу другим, отдай Крым. Черт, а так и Кавказ черноземный долой. А мы останемся там, где всегда только вечные льды, где-нибудь между Таймыром и новой землей. Далеко от Москвы, 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 далеко от Москвы. Если у вас
всех и махнул на луну. Небесное тело, естественный спутник Земли. Чтобы сказать всему миру, этот Армстронг брехун. Там на Луне не бывал его ноги. Ну так отдайте курилу другим, отдай Крым. Чёртов Каспий, Кавказ, Черноземья, долой. А мы останемся там, где всегда только вечные льды. А ты где-нибудь между Таймыром и Новой Землей. Далеко от Москвы, далеко от Москвы, далеко от Москвы. Далеко от Москвы, далеко от Москвы, далеко от Москвы, далеко от Москвы, далеко от Москвы. Крест на двери, открытая ванная дверь. Сентиментальность, порог, ну и два черта с ней. Милые женщины для новых встреч и потерь. Антология жизни среди гонорей. Если решишь, что жизнь тебе не нужна, достанешь форму, надев полный боекомплект. Черт, Москва, Ленинград и Луна. Помни о том, что ты человек. Далеко от Москвы ты человек. Далеко от Москвы ты человек. Далеко от Москвы ты человек. Далеко от Москвы. Далеко от Москвы. Далеко от Москвы. Мы далеко от Москвы, мы далеко от Москвы, ты далеко от Москвы, все мы далеко от Москвы! Раз, два, три, четыре! Нормально. Если с ней справились. Привет передают Виктору из разных уголков планеты и желают удачи на всех фронтах. Ну вот, Виктор, определись, на какой ты планете, и знаю, будь с нами. У него есть разные знакомые. Ну, марсианам отдельный привет. Скоро будем. А вопрос всех беспокоит, где же этот новый альбом пресловутый можно послушать или получить? Ну, про то, что купить, никто и не надеется. Правильно. И поближе микрофон, чтобы слышать. Это будет отложенный вопрос. Мы ответим на него чуть-чуть попозже. На самом деле, пока он еще не вышел. Ну, он что делает сейчас? Сводится или записывается? Он дозаписывается. Или, может быть, еще придумывается? Нет. 80% материала уже... Я выбросил. Вы сами все слышали. Как с такими людьми работать? Приходится петь. Самолет упал, Алексей был жив. Он махнул рукой и упал на ель. Все, что мог, сказал, свой порвав мундир. Тайну этих слов в небе схоронил. Так хотелось ввысь, а он падал вниз. Очень странная штука под названием жизнь. И закончив войну, два расправив крыла, так хотелось руками разгонять облака. Самолет упал и разбился в дым. Так и мы с тобой через год сгорим. Слышишь, тишина нас зовет наверх. Не твоя вина и не мой успех. Так хотелось ввысь, а мы падали вниз. Хитрожопая штука под названием жизнь. И закончив войну, два расправив крыла, так хотелось руками разгонять облака. Не держи врагов в стае, как волков. Береги друзей, с ними веселей. Вслед синицы ты не смотри с тоской. Коль есть сила, лети, коли нету, постой. А самолет упал, Алексей был жив. Он махнул рукой. Все поняли, про какого Алексея речь-то шла. И упал. We'll be right back.
хотелось выть, совсем мы падали вниз. Хитрожопая штука под названием жизнь. Так хотелось выть, совсем мы падали вниз. Очень странная штука под названием жизнь. Так хотелось выть, совсем мы падали вниз. Так хотелось выть, совсем мы падали вниз. Так хотелось выть, совсем мы падали вниз. Так хотелось слышать, а все мы падали вниз, 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 вниз. Спасибо, 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 Денис. Денис, спасибо. Спасибо, Денис. Отлично. И вам спасибо. Кода, кода, эпилог вышел просто на загляденье. Что надо? Чего нету? Зрители благодарят тебя, вернее, тебя группа «Фронт», я имею в виду. То есть ты с группой «Фронт» на «ты» и зрители тоже? Да, и они говорят, что вы явно в ударе, особенно говорящий член коллектива. Продайте им микрофоны, и они порвут этот мир. Ну, тут поступают вопросы, в основном от технического персонала, когда это все уже кончится. Ровно через две песни. Ага, хорошо, они очень довольны. А мы-то как? Не пересказать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Он не понял. Дубль В. Бог любит Троицу! Давайте все к нему повернемся. Раз, два. О чем поет ты? О чем поет ветер сегодня? Не знаю. Все листья давно опустились в оркестровую яму. И выставлен свет на точках, где нужна охрана. Раздул по углам, словно пыль, все враждебные кланы. То время летело стрелой, то ползло тараканом. Таращило, щурилось, ставило в небе капканы. А мы с тобой, как дубль В, всю ночь сидели на траве. Но это ложное, но это ложное. А мы с тобой, как два ТТ, делили город на такте. И наше прошлое. Голос добавить можно? О чем поет ветер сегодня, альтом или сопрано? Неважно, другими словами, по барабану. Тебя подарила улыбку твоя несмеяна. И спит, растворяясь в пучине голубого экрана. Ей снится, как черные реки штормуют овраги и варят в горах эликсир любви добрые маги. А мы с тобой, как дубль В, всю ночь сидели на траве. Но это ложное, но это ложное. А мы с тобой, как два ТТ, делили город на дохте. И наше прошлое, и наше прошлое.
ветер сегодня не помнит каштаны. Не помнят менты и бегущие прочь растаманы. Не помнят английские леди, тверские путаны. Солдаты Аллаха и стены тюрьмы Гуантанамо. И жерла вулкана плевали на разные страны. А нам остается с тобой залезывать раны. Ведь мы с тобой, как дубль В. Ведь мы с тобой, лишь дубль В. Ведь мы с тобой, дубль В. Да, мы с тобой, дубль В. Браво, ура! Спасибо. Группа «Фронт» продолжает свое странствие. И, кстати, есть вопросы. Ну, оператор предполагает, что скоро кончится пленка. Это ничего. А вот как вы в Киев не собираетесь? И вообще, какие действия, движения? Потому что... Ведем переговоры. В частности, сейчас мы можем поставить задачу. Как только будет все сделано у вас там, мы готовы. А то есть накрыт стол или что такое? Да, обязательно. Не, ну это уже дополнение, да. Можно и без гитары. Раскладушки поставленные, да? Да, осень 2007 года. Ближе к микрофону, чтобы... Осень 2007 года, да, планируем. Киев, Петербург, Прага, Варшава, Рига, Вильнюс. На самом деле, то есть можно это ожидать? Киев наиболее вероятный вариант. Ну так, вот чтобы без шуток, потому без, что люди серьезно. Без шуток. Челябинск, Киев, Москва. Это первый тур будет наш. Ага. Подготовленная аудитория.